Человек-легенда, театральный режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств России Рива Левите отмечает свой 92-й день рождения. Она работала в филармонии, ТЮЗе, поставила такие известному нижегородскому зрителю спектакли, как «Сон в летнюю ночь», «Коварство и любовь», «Конек-горбунок», «Сказка о царе Салтане» и воспитала уже несколько поколений артистов, будучи педагогом Нижегородского театрального училища. И праздничный день для Ривы Яковлевны Левите ничем не отличается от будничных. Она, как и всегда, пришла на работу. Там, прямо у входа в театральный училище, ее и встретил наш корреспондент Александр Алешин. Риву Левите знает вся театральная Россия. В каждом городе есть или ее ученики, или ее поклонники. Она училась у самого Завадского, дружила с Эфросом и была знакома с Лией Брик. Сама Рива Яковлевна давно стала легендой нашего театрального искусства. Надо делать аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Я... Вы не торопитесь, мы. Надо ноги забрать оттуда. Опа. События, подумаешь, ерунда вообще. День рождения. Никакая не дата. Что вы мне всегда морочите голову? Скрывайте, сколько вам лет? Вот совсем. Ничего я вообще не скрываю никогда. А зачем это надо? Зачем? Ну вы женщина. А, тогда я скрываю, конечно. Это хорошо, спасибо. Как и 10, как и 20, как и 30 и так далее лет назад, каждое утро Рива Яковлевна идет на работу в Нижегородское театральное училище. Сегодня ее встречают песнями и музыкой. А у нас такие. О, вот это я понимаю дело. А то ты мне задаешь какие-то дурацкие вопросы. Излить в романсе мою печаль. Как? А за кошком гуляет осень. Позволь. Они вообще молодцы, поют хорошо. А сколько вас... Работают, стараются. А сколько у вас было учеников? О, это, знаешь, я не могу сосчитать. И вот это туда. Ага. И это я не могу сосчитать. И вообще это так, такой, знаешь, больной для меня вопрос, потому что я несколько раз заставляла себя вспомнить, сколько я поставила спектаклей вообще в жизни, кроме училища. В училище и сколько я выпустила студентов. Кислый лист, с улыбкой развалясь ленивой. Грусти тихо и спокойно. Я предаюсь душой всей. Много видела, кое-что знаю, и мне очень хочется это отдавать. Понимаешь, ну нафиг это мне надо, чтобы это где-то в кухне там валялось, или я бы на диване с книжкой. Это просто огромного масштаба глыба, именно творческая глыба, с которой очень приятно работать. И мы те, кто действительно может прикоснуться к этой легенде, дотронуться до нее. Мы можем с ней вживую поговорить, мы можем ее подержать за руку. И вообще у меня такое ощущение, что моя, так сказать, жизнь, она пока еще продолжается. Жизнь, а не доживание.